Дорогие друзья, хочу сказать, что за прошедшие две недели многое сделано для того, чтобы Саратовская область получила дополнительные средства на поддержку здравоохранения. Это 3 миллиарда 79 миллионов для того, чтобы были решены проблемы, накопившиеся ранее, закупка лекарств, обеспечение инсулинозависимых больных препаратами необходимыми, поддержка поликлиник, закупка в поликлинике необходимого оборудования и многое-многое другое, что необходимо сделать для того, чтобы наше саратовское здравоохранение было более эффективно. Сейчас выделены средства, они составляют 968 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией, на развертывание резервных коек. Этих средств достаточно. Поэтому правильно было бы использовать и ресурсы, выделенные в начале, и ресурсы, которые сейчас выделены на развертывание резервных коек, эффективно. Всего сумма составляет 4 миллиарда 47 миллионов. Это большие финансовые средства, реальная поддержка Саратовской области. Средства есть для того, чтобы защитить врачей, средства есть для того, чтобы развернуть койки, средства есть для того, чтобы вся сеть здравоохранения почувствовала изменения в лучшую сторону, и крайне важно, чтобы это было сделано прозрачно, эффективно, под контролем, и всем было бы понятно, что можем работать на результат, спасая жизни людей. Верю, что все получится.